Здравствуйте, мальчики и девочки. Сегодня у нас будет потрясающий поход. Я так очень сильно надеюсь. Почему, собственно, я вам сейчас объясню. Потому что мне пришла в голову одна обалденная идея, одна обалденная мысль, как я раньше до этого не додумался, я не знаю. Даже для этой цели я вот чуть-чуть совсем откатил назад и вот сделал вот такое сохранение The Lord of War Armageddon. И вот я вам расскажу, что сейчас я буду делать. Я решил при помощи вот этого самого заклинания Армагеддон, который у меня достаточно мощный урон наносит, вот 4755 баллов, и сейчас я его даже увеличу. Это заклинание увеличу при помощи чего? При помощи... сверхбушующего огня у меня есть. И при помощи, например, силы магии, которую я сейчас хочу повысить намного. Ну, например, надев вот этот вот прекрасный артефакт, уже у меня будет... Во-первых, будет, да, не действовать он на мои войска, этот Армагеддон, потому что он 4 уровня, а артефакт как раз защищает все войска мои от заклинаний 4 уровня. Вот. И также заклинание Армагеддон уже становится почти 6000 баллов урона. То есть, представляете, это если на каждую, это на одно, только, грубо говоря, бригаду войск. То есть один название юнитов, как вам объяснить, да? Если их там 6 разных юнитов, бригад, грубо говоря, юнитов, то это уже будет 6 × 6, 36 тысяч. И сейчас объясню, как я буду действовать далее. Ну, на данный момент я вот сейчас для передвижения ставлю вот так вот все. И также поможет мне в этом во всем артефакт медаль уязвимости, который будет убирать все сопротивление магии у войск противника, и на них, на всех будет действовать этот Армагеддон. Вот, еще чуть-чуть я прокачаю силу магии. Я узнал тоже одну печальную вещь, что оказывается, зараза, выше 99 уровня вот эти все основные навыки не развиваются. Это я методом экспериментальным узнал, на самом деле. Сейчас вам покажу, как. Вот если у меня сейчас получится на данный момент докачать, это пиндец был какой, расстройство, блин, я даже не представляете. Итак, ладно, продолжаем разговор, собственно, вот с вами, ребята. Так, поехали. Ладно, мы сейчас по карте. Сейчас я вам покажу, что я буду делать. Сейчас буквально даже вам на первом же примере. Ну, конечно, мне ребятки будут немножко помогать. Вот этого я сейчас однозначно пошлю. Соберу ему армию, чтобы мне не растягивать все эти битвы. И он у нас пойдет по некромантам. Вот здесь вот находятся некроманты на карте. Он с ними справится. Это я знаю. Я уже вам говорил, что открывал карту и быстрый такой проход делал. И вот здесь вот прошелся. Некромантов он победит, ему сейчас всю армию. А девкой достаточно будет буквально одного юнита, естественно, архангела, чтобы у нее было право первого хода. Так, ну остальные все будут просто ей помогать. Точнее, они даже будут помогать Леон де Гренсу собирать войска армии. Итак, поехали мы у нас. Так, идем. Так, собираю я Элеон де Гронсу самых сильных, естественно. Вот. Ух ты, денег нету. Давай тогда загонять. Поехали продавать все. Можно продать сейчас... Я могу личи не продавать. Там до хрена будет бабла, если личи продать. Но я сейчас не буду даже этого делать. Достаточно будет продать вот этих всех юнитов, который у нас есть, чтобы тоже достаточно было бабла для набора того, что нам, собственно, нужно. Вот, 66 чудищ, вот видите, уже можем набрать. Нам нужны-то, ух ты, зараза. Так, ну ладно, поехали следующих. Тоже можно сюда же сейчас, можно в нарок нырнуть. А здесь у нас
Здесь, наверное, Лендеград сейчас пойдет, чтобы этот город захватить. Так, эти у нас уже все чистые города. Вот он подходит туда. Диабло. Чистые города, так что ему там ничего не достанется. А этот тоже сейчас пойдет по городам собирать. О, давай отсюда, из Нарог. В Нарог зайдет тоже. Из Нароги он продаст тоже. Дьяволов продаст. Короче, всех, кого лишние дьяволы, я не знаю, дьяволы нужны, нет. Блин, пригодятся они. У нас там без них будет достаточно. Их все равно мало, дьяволов, на самом деле. Ну ладно, давай пока. Пока не будем их трогать. Хотя, нафиг не нужны. Ладно, фиг с ним. Так, вот, а, вот сюда, вот, естественно, в Амшалар. Давай. Он сейчас собирает, ну, поняли, да? Сейчас я просто собираю армию для нашего. Ой, блин. Да как же его. Так, кстати, Грагон можно оставить. Хотя и Грагоны уже не нужны. Да, не нужны. А, сейчас он собирает армию для нашего Леондегренса, чтобы Леондегренс отдельно пошел у нас биться, угу, с этими, с некромантами. Ну, поняли, да, что я сейчас делаю? Блин, опять твою ж дивизию. Опять бабла не хватает. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. А что бы нам продать? Может, эти, ну, камни, ой, дерево камни можно продать нафиг. Вообще не проблема. Так, нам надо двух этих пока нанять. Вот. Пошло, 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 пошло. Пошел дальше. Ишмар. Кошмар. Так, ух ты. Ну-ка. Хоть сейчас на пятерых. Блин, опять не хватило. Да что такое, блин, хмуха. Так, эти все нужны нам, блин. А серая нужна меньше всего. Кстати, ну-ка, стой. Да, нет, вот это там меньше всего, ртуть нужна. По-моему, у нас никто там ртуть, да? По-моему, никто у нас за ртуть не продается. Никто за ртуть не продается. А, да, вот в последнем городе тоже есть, ладно. Давай, ныряем в Башмар, последний город. И в Башмаре. Угу. Убираем, теперь можно опять нам... в наш родной город, Халакорн хотя бы, да? Да. Да. И в Халакорне опять. Ну-ка, здесь что у нас? Тут дьяволы. Здесь. А, этот. Тоже нам-то никого не будет продавать, конечно. Так. Давай всех загоним, кроме Виверн. Виверн. Ой, этих оставим. Как, блин. Да что ты. Гидр, господи, Гидр Хаоса. Да, Гидр Хаос оставим. Короче, всех сейчас, все войска соберем здесь, чтобы он пришел просто и взял отсюда. Так, этих я всех собрал. Поехали. Вот теперь поехали собирать сюда, да? Велбалар опять. Так, Велбалар быстро нырнул. Слушайте, ну, ребята, чтобы вам как бы сейчас небольшой интерес вам, да, развить вас. Где этот Элбалар, блин? Элвир. Элблинг. Нет, Элвир, Элбалар, Элблинг. Элбалар, вот. Ладно, сейчас я вам, ребят, продемонстрирую, как будет выглядеть. На самом деле все это у нас с помощью Кайтлин. Так, а ну на данный момент тут сам Лендегренс справится. Где у нас Лендегренс? Да, у него достаточно прохода, и он сам справится. Там, ну, ему надо вот отсюда вот этих вот не дать взять, точнее, вот этот город. А Кайтлин сейчас я вам продемонстрирую, что она будет вытворять у нас.
А вытворять оно у нас будет... Давай-ка, иди сбегай-ка у нас. Например, в Камелоте я оставлю, да? Вот. И оставлю я себе одного всего-то. Ах, твою... Блин, тут эти личи. Долбаные, блин, 85 ангелов. Они, конечно, не нужны сейчас. А, давай вот этих просто уволим. Вот. Один единственный архангел. И сейчас мы продемонстрируем, что она будет с ним, собственно, делать. Сохраню я бой. Да, сохраню бой. И вот то, что я как раз хотел сейчас вам продемонстрировать, то, что я хотел сделать. Вот у нас первый соперник. Мерзкий, гадкий, противный. Астрал, да? Вот город, из которого мы сейчас будем на него стартовать. White Wall. Итак, стартую я White Wall. Ага, где у нас White Wall? White Wall, вперед. Так, о, пустой город абсолютно. И даже пока не прибегаем. Так, а, ну, о, можно прыгнуть, поближе к нему подпрыгнуть даже можно. Давай, прям рядом с ним встанем. А вот так. Отлично. Так, сохраню я на всякий случай. Хрен знает. Вот я сам, честно говоря, даже не знаю, чем это сейчас все закончится. И мне пришла в голову мысль. Я очень надеюсь, что все это осуществится именно так, как мне хочется. Так, как я рассчитывал. И пошли. Вперед. Да. Чувак, ну, конечно, все вот это при помощи магии в огня у нас такая мощь создается, да, при помощи сферы огня, при помощи мы защищаем архангела от как раз этого заклинания, при помощи мощи драконов, хотя можно и, например, взять черных драконов, на них же не действует, но тогда мы не сможем использовать медаль уязвимости, которая будет у нас снимать с наших врагов всю сопротивляемость магии. То есть, в принципе, вот это все, то есть мощь драконов, медаль уязвимости бушующего огня, все нам дает очень большой плюс. Ну, можно было попробовать без них, но я буду с тем, как говорится, что у нас есть. Итак, вперед. Ребята, начинаем вот этот наш Армагеддон, как я его называю. Нет, не хочу я отступить. Чувак, ты не знаешь, что я хочу сделать. А вот что я хочу делать. Шараху я Армагеддоном. Просто. Вот шараху Армагеддоном. Вот смотри сейчас. Почти 6000. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь армии. На 6 42 тысячи общего урона сейчас будет на всю эту армию. И смотрите, насколько я ее сейчас буду сокращать. Поехали. Класс. Красота. Вот смотрите, как у нас лихо сейчас. И это только один удар. Дальше. Я сдаюсь. За 4. Можно, кстати, отступить, но тогда у нас архангел пропадет. А я сдамся. Упс. Отлично. Смотрите, сколько я завалил без потерь у него. 150, 372, 198 этих магов, 54, 48, ну, 38. Почему этих 42? У них же сопротивляемости магии не должно быть. Очень странно, почему мало их так. Очень странно. Не должно быть у них сопротивляемости к магии. Должно быть их много завалить. Не знаю почему, но это тоже не важно. Теперь смотрите, что я делаю. Теперь я иду в этот город. И иду в таверну. Ребята, блин. Нанимаю опять нашу Кейтлин со всеми артефактами, со всем, что у нее есть. И выхожу опять из этого города. Дежавю, да? Чувак, наверное, офигел. Представляете, он тут стоит, думает, ёпарный бабай, какого хэ, она у меня сейчас отняла столько армии. И опять сразу появляется передо мной. Нет, я сейчас прыжок сделаю, чтобы мне... Стоп, да, вот так. Угу. Подожди, а у нас... Ага, а на перчатке
270 и сейчас. А, ну да, сразу. Нет, подожди, а в течение 1420 перчатки только в начале дня действуют. Что-то я, блин, ну-ка, стоп. Да, только в начале дня. Так что смысла нет никакого от них. Неважно. Вот я делаю еще один прыжок. И опять сохраняюсь здесь. И еще раз делаю точно такую же гадость. Вот это, в принципе, лук-то и не нужен. Ну, так он лежит, лежит. Ну, больше нет артефактов, которые... А потому что их некуда класть, во-первых. Которые бы мне какой-нибудь плюс дали. Еще к этому вот безобразию, которое я сейчас творю. Поехали. Так, сохраним. И еще раз. Чувак. Нет. Смотри, он меня каждый раз. А он же, сволочь, даже не бьет. Нет. Мы вот как сделаем опять. И опять то же самое. И тем же самым, и по тому же месту. Класс. И опять сдаться. Чувак, тебе веселую ночь предстоит. Точнее, веселый денек. Смотри уже. 148. Опять то же самое. Блин, почему вот эти так? Так, и опять. Да? И снова дежавю для чувака невеселая. Ага. И снова. Все то же самое мы повторяем. Да? Скучно, нудно? Нет. Нет, ребята, очень интересно. Я вспоминаю чуваков, которые... Ух ты, говорят, что... Зачем, зачем становиться... А, ну все. На сегодня она, блин, уже не сможет ничего сделать. Зараза. Какая невязочка. А, я там в том городе потратил. Но там надо было тот город взять. Ну ладно. А, то есть, ну вы поняли, да, что сейчас происходит? Поняли, какой бардак будет и что я буду дальше сейчас вытворять. А, да? И сейчас я посмотрю, за какой период времени. Ух ты, нет, зря я это сделал. Хотел заодно шахту захватить. Ну, не буду сейчас этого делать, просто смоюсь ею. А, даже не знаю, куда. Вот просто. Просто тупо смыться. Кстати, блин, можно было. Ай, можно было куда-нибудь перелететь и потом на него тоже напасть. Ну ладно. А, я сейчас просто в любой город. Вот этот вот. Ну, Уайтстоун. Куда хочешь, можно отступить. В любой город сейчас засесть. Да. А, Уайтстоун. Да, все. Спи. Спать, девка. Так, ты пошел. Так, вы давайте, чуваку, набираем армию. Ему нужна армия. Ему нужна ваша армия. Да. А, подожди. Так, девчонка, ну-ка давай. Отдай-ка, да. Вот так вот мы сделаем. Я, ну, хочу ему тоже дать всех. Вот так вот. И это Уайтстоун, да? Уайтстоун, давай, чувак. Уайтстоун, сбегай. Из Уайтстоуна забери. Давай, ну, ребят, потерпите немножко, да? Я на следующий день. Не переживайте, все будет. Будет все чики-поки. Так, здесь набрано. И здесь мы тоже. Нет, здесь набрали. Вот, ну, я только для него, для этого. Ну, потому что тоже, чтобы закончить сценарий, нам надо будет не только девку сейчас использовать, чтобы побыстрее его как раз закончить, но и надо будет использовать Уитлдейл. Надо будет Элиунда Грэнса использовать. И сейчас мы Уитлдейл. Ага. Отлично. Далее. Это что у нас? Уитенгем. И Уитенгем тоже сейчас нырнем. Так, Уитенген. Угу. Угу. Так, Уитенген. Где ты? Уитенген. Так, и вот сейчас мы это все продать. Продать это опять же в наш родной город. Ха-ха-ха. Не сможет. Заклинаний не хватит. Тогда мы всех выселим. 11. Да.
Так. Да. Вот чтобы на следующий день он быстрее ходил. Так. Просто тогда сиди, жди следующего дня. Итак, теперь ты у нас набираешь тоже золотых драконов. Ну, только на самом деле ему золотые драконы нужны. Так. Давай, сейчас я найду, где золотые драконы. О, ну, просто у него будут все только самые сильные. А, подожди, ладно, чё, правда, тормозить? Ты сможешь по всем-то пройтись городкам? А, не знаю, по всем вот этим вот, да? Давай, ладно, начнем. В Эл-Бааларе ты был? Давай начнем с Элвиля. Так, вот так вот. А, на самом деле, вот эти дороже будут, да, у нас? Элвиль. Следующий город. Элберен. Элберен. Тоже 9 дракошек. Вообще замечательно. Элбаларе ты был. Элбалар, Элблинг. Ну, просто набираю золотых драконов. Ах ты, зараза, смотри, тут сколько этих. О, и птичек тоже можно будет продать потом. О, золотые драконы. Так, так уже прилично набирается. И последним из этих городов этой серии это Элвир у нас. Элвир. Отлично. И остальных, ну поняли, для чего остальных юнитов я просто продать хочу. Опять же, загнать их. Так. И загнать их в городе. А, слушай. Нет. Не сможет он там еще что-нибудь взять с собой. Ну, придется. Так. Оставляем здесь, опять же, все, что нужно будет для армии Лендегренса. Остальное все мы продаем. Вот это вот такая вот будет армия Лендегренса у нас. Так, ты у нас в какой сейчас пойдешь город? Кого собирать-то? А, слушай, а давай-ка этих Блэкрок, давай-ка иди драконов черных собирать, да? Точнее, красных даже. Какой у нас город Блэкрок? Давай, Блэкрок, иди там красненьких драконов тоже собери. Вот на самом деле стой среди следующего дня, чтобы у тебя манна поднялась. И проход был больше. Так, а, кстати, а чё б тебе сразу... Вот. Почему сразу манну не поднять? Так. Ай, все равно проход будет этот короткий. Потому что нет, и красных драконов не возьмешь. Ну да, ману поднял. Все, давай так. Да, все правильно. Так, ты у нас спишь. Ты у нас девка. Ты у нас что делаешь? А ты у нас, да, давай собирай этих архангелов. Итак. И тоже у тебя там достаточно маны. Так, где-то было? В Саммерсете. И вот в этом. Кендлберне. Саммерсет и Кендлберн посещать не надо. А, ну, Кендлберн последний вообще. Саммерсет. Так, Скарабрэм. Забираем ангелов из Скарабрэм. Следующий. Камелот. Забираем. И из Камелота забираем. Кого еще тут забрать-то? Да вот этих всех заберем, что ли. Загоним там их. Так. Кстати, этих можно было набрать. Посмотрим. А может быть и чемпионов наберем. Давай, следующий это город. Из них это Санфлауэр. Ух ты, ёпарный бабай. Вот оно что, у нас Санфлауэр это творится. В Санфлауэре у нас вся сидит армия. Нифига себе. Тогда что делаем-то? Да, Санфлауэр надо будет сходить.
Обязательно. Так, Sunflower. Temple Stone. Твою мать, тут вообще хрень какая-то сидит в Temple Stone. Блин. Temple Stone. Так. Слушай. А вот здесь что у него? Блин. Ангелы, архангелы. Так. Ну, этих. Так, сюда можно, да. Сюда может и не заходить. Он сам снесет. Кого надо? Яичко. Блин. Да, сейчас еще посмотрим, короче. Сколько там слотов останется у нас. Ну, тогда иди сразу в этот. Лакорн. Так. А больше нету, да? Там. Нет, Блустоун. Этот последний, в нем уже все. Ау. Так. И Хлакорн. Да, Хлакорни. Загоним. Короче, ну как вы поняли, да, я жду следующего дня. Чтобы дальше продолжать там пакость Армагеддоновую. Сейчас вот этих всех загоню. Эти нам не понадобятся, их очень мало будет. Все. Остальное вот так. Вот так. Два. Два слота. Что мы в эти два слота можем поставить? Да, можем, в принципе. Угу. Да, можно этих. Как раз. Господи, ну вот этих вот. Рыцарей, паладинов и монахов. Короче, блин, вообще запутался, да. Так, ты здесь. Всех набрал? Ты пока стой. Сейчас до тебя тоже очередь дойдет. Сейчас вот эта вот девка у нас. Ай, а где у нас там паладины с монахами? А паладин у нас с монахами. Так. О, вот. Блин, они во всех городах. Смотри, Сомерсет. Да. Давай тогда... Ты как бы по кругу пойдешь опять. Не знаю, насколько тебе хватит, но на следующий день ты дойдешь. Да наберешь Сомерсет. Давай паладинов с монахами забираем. Паладинов, монахов. Не знаю, насколько денег хватит. Ну, есть что на следующий день. Так, следующий день. Ой, город. Следующий на Скоробрея. Давай. И Скоробре тоже паладина с монахами. Ну, это все армия для Леондегренса у нас. Чтобы Леондегренс пойдет на некромантов. А девка будет бить вот этих вот всех. Остальных сейчас будет она у нас. Ух, она у нас сейчас будет колбасить, ребята. Блин. Вы даже представить себе не можете. Да. Блин, а что я тут этих-то не взял? Я же здесь был. Ух ты. А смотри, монахов-то прилично собирается. Да, сейчас и денег-то не хватит ни хрена. Так. Так. Да. Денег может не хватить. Ладно. Мы, у нас еще дней дофига. Так. И вот этих вот забираем. И... Паладинов, так, а монахов хватило, смотрим. Осталось 3000. 3000 денежек. Ну, сейчас просто нырнем дальше. В Temple Stone. А здесь, а, вот этих двух загнать надо. Блин. Там сера, это для ангелов. Для всех это. Ладно, давай еще раз продам, чтобы, ну что, блин, не возвращаться, что ли? А, все равно придется возвращаться. А хватит нам, да, два прыжка-то? Не, не хватит. Смотри, Temple Stone, ну-ка, стоп, сохранить. Хватит нам на Temple Stone прыжок? Да, вернуться, чтоб в Temple Stone. Так, Хлакорн. Да, наверное, хватит. Не знаю. Так, во, смотри, у нас тут какая хорошая армия формируется. Вот такая вот. Ау, тихо. Так,
Продать. Угу, всех загнать. Так. Ух ты, отлично. Просто армия у нас тут. Клёво. Так, и в Темплстоун. Да, хватило нам прыжка на Темплстоун. Yes. Так, набрали. Ну, и до следующего дня. Да, выложил их, грубо говоря. Этот у нас маны нет. Вот. Так, ну вернулись. Вот у нас двое теперь осталось. Этот у нас я хотел посмотреть, что вот в этом городе, да, у нас творится. Давай сохраним. Итак, бой один. Сохранить. И в этом городе Эвелинг. Да. А в Эвелинг мы попадем вот из Хеллфайра. У него же крылышки есть, чувак. Он теперь у нас летучий. Уху. Блин, а я вот из этого города вылетел. А я там набрал вообще архангелов-то? Да. А, вот этих не набрал. Ну, этих сейчас наберет на следующий день этот. Чтоб нас они не тормозили. Так, ну давай. Забирай. Хеллфайр. Ой, это что у нас? Хеллфайр, да? Да, тут. Забираем дьяволов. А, нет, а нахрена их забирают-то? Да, тут всех набираем, короче. Сейчас просто кто-нибудь другой. Я тут даже сейчас в городах, говорю, не буду оставлять. Потому что это будет как бы уже не актуально. Пусть не сокращаются армии, хрен с ним. Актуальней будет совсем другое. Так, и он у нас, кстати... Он у нас на следующий день должен стартовать вот из этого города, вот отсюда, из Гаракаша, стартовать сюда и дальше идти к некромантам. Здесь город некромантский уже захвачен. Ух ты, этих тут 394. Кстати, их тоже можно загнать. О, Дедгейт, точно. Ну-ка давай, иди в Дедгейт. Точно, чувак, иди-ка в Дедгейт. Да? А, ты у нас сейчас тоже пройдешься. По Дедгейту везде пройдешь. Так. Иди в город. Дедгейт. Где он у нас? Ух ты, нифига себе. Мы как его уже взяли-то давно. Что-то я даже забыл. Так, теперь. Насколько тебе хватит? О, тебе до хрена хватит. Тебе очень до хрена хватит. Тогда иди. Господи, где я только что был в этом-то? А, в этом. Ай, в Эвелинге сидит. Сваливай из Эвелинга. А ты у нас будешь... Нет, сейчас у тебя полета не хватит. Тебе надо по-любому собрать тоже армию. Потому что твоего сейчас полета вот отсюда... Сюда не хватит длины полета, поэтому ты пойдешь себя тупо собирать армию. Тебе-то сильно-то там даже битвы тебе и так хватит. Не надо никого набирать особо. Вон у тебя жизнь будет, этот хватит артефакт. То есть и знаний всего хватит. Так, откуда я? А. Я хотел вот этих, в этих городах походить, да? Вот в этих трех. Давай. Давай. Пособирай-ка ты чудищ. Вот здесь все собрано, здесь все собрано, да? У нас не собраны. А, BlackRock. Черт. Нет. BlackRock. В RedRock ману увеличить хочу. Вот что. Пока там ни одна сволочь не побывала. Я хочу здесь ману увеличить. И, кстати, да, забрать драконов черных. Вот. И поехали далее. Поехали собирать этих. Вот в эти города. Дракор.
пошли собирать чудищ. И главное нам закончить просто свой день. Закончить вот в том городе. Вот в этом. В Гаракаше. Гаракаш. Это самое главное. Вот чтобы в Гаракаше закончился день. Все. Так, и... Так, в Гаракаш мы не идем. В Гаракаш мы потом. Аркарас... Хотя можем было... Ну ладно, так. Угу. Чудище у нас. Вот наша сейчас будет армия. Армия у нас будет очень даже солидная, ребята. Да. Нет, ну вы спрашиваете, почему я вам сейчас Армагеддон это не показываю? Ну, потому что, ребят, на самом деле-то там просто разбив вот двух чуваков с Армагеддоном. Все равно сценарий не закончится, поэтому вот одного, вот именно Леон де Гренса, я как еще раз сказал, Леон де Гренс у нас пойдет по рукам, хотел сказать. Пойдет у нас по вот этим, ух ты, блин, зараза. Зачем ты здесь, непонятно. По некромантам. И пока он будет бить некромантов, девка как раз забьет с помощью Армагеддона всех остальных ребят. И будет клево просто. Вот сейчас я надеюсь сейчас за сегодня, за сейчас мы как раз этот мою задумку и осуществим весь этот сценарий. Сейчас вот он наберет, еще раз он прыгнет куда дальше, Радагрин. И я думаю, вот как раз он у нас так, кого загнать-то? Угу. Армию надо забрать из этого. Ой. Вышел. Шишел, мышел. Вышел. Не буду я тратить магию. Пригодится. А сразу нырну вот в этот город. Гаракаш. А у нас там есть гильдия? Да, мы продать сможем лишних. А нам завтра все равно принесут. Так что... Вообще без разницы. Завтра принесут нам сюда всех, кого надо. Вот так вот. Так, загнать нам только вот этих вот надо. Остальные все у нас рабочий народ, как говорится. Ой. Вставай, поднимайся, рабочий народ. Ах ты, зараза. Не хочет улучшаться. Почему? А, денег не хватает. И всех мы сейчас высадим, чтобы у нас на следующий день был проход нормальный. Так, ну все, этот застрял. Кстати, а что здесь? А, ему магия нужна. Блин, вот бы ему там сейчас туда нырнуть. Этот у нас... А это что застрял? А, у него магии-то до хрена на самом деле. Давай, ну-ка стой. Ты у нас вот здесь вот соберешь. Угу. Это что у нас? Red Rock. Давай-ка в Red Rock. И... О! Ну-ка, быстро. Ты чё засел? И Black Rock. Забирай всех из Black Rock. Ага. И ух ты, кстати. Смотри-ка. Чудища там у нас оказались. Ай, блин, тоже не забрал. Денег нет. Ладно, так. А теперь в Red Rock. Red Rock. Твою мать, он даже никого взять не сможет. Блин. Иди, короче, торгуй. Торгаш. Так. Иди в Холокорн у нас и продавай всех лишних. Вот этих надо улучшить. Точно. Блин. Смотри, черные драконы. Так что эти нужны. Ну что, или оставляем
Ляха-муха. Жалко. Смотри. Жалко их, конечно. Но они у нас... тут черные драконы будут, твою мать. Вот кто. Да. А кто у него там? Подожди. Ой. Да, черные драконы, чудище, бляха. Да, и все остальные в этом городе. Так что продаем. Паладинов. Нафиг. Ну, магов хочу, потому что... А хотя они стреляют... Что у них там? Не 10-12. Ну, так прилично они стреляют. Да, оставляем. Ладно. Эти, конечно, сильные чуваки. Но, блин, там я буду на расстоянии бить. Так что... Все, все. Эти кристаллики дают. Извините. Извиняете. Они дают кристаллики. Так. Все, 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 все. Так, теперь опять. Ага, вернуться в этот опять. Блин, опять то же самое. Так, ребята. Угу, в Редрок. Ага, забрал. Все. Забрал. Угу. Так, из Редрока все забрал. И последний у нас. Ну давай. А, слушай. Девки у нас надо будет. В городок-то сходить. Где девка-то вообще? Куда девка? Блин, я забыл, куда ее дел. Блин. Девку потерял у нас основную. Так, зараза. Ну-ка, где она у нас? Где застрял? А, вот она, Уайтстоун. Ну-ка, стоп. Вышла, блин. То я тебя совсем потерял. Она у нас... Ну да, просто курит. До следующего дня. Так, девка Уайтстоун. А у нее сколько там? 1602 раза. Блин, ей бы, да, повысить бы. А, тогда давай. Вот сходи себе магию. Зафигарь по полной. Вон Dragon Cave. Пока там никто не попользовался. Класс. Класс, 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 класс. Красавица. И возвращайся тогда вот в эти как раз... Господи, как он-то сидел в городе, так как его? Уайтстоун. И возвращайся в Уайтстоун. Так, а кстати, а зачем Уайтстоун-то? Она может вон туда потом. То есть не обязательно бить вот этого сейчас героя, да? Поняли, да? Не обязательно. Я сейчас посмотрю, пусть она здесь сидит. А на следующий день вот она и этого может убить. Тоже так же, блин, кстати. Вот пусть она здесь пока сидит. Так, ты у нас... блин. Уайтстоун. Ну давай вот так вот. Давай ты иди тоже в Уайтстоун тогда. И забери там... Ой, то есть Dragon Cave. Да, забери там. Лишних вот этих. И отнесешь их сейчас... Как раз. А, ты еще и красных драконов можешь собрать. Успеть. Давай иди красным драконом, точно. На следующий день. Так, ну все, ребята, день у нас пройден полностью. И поехали, да? Очень длинный день был, но это не зря все. Да, я знаю. Так, красный, синий захватил город. Рыжий пошел. Ух ты. Какая неувязочка. Так, этот взял два города. Сейчас мы будем делать бляха-муха. Цокотуха. Ой, вот она из этого города. Вот из этих бы, конечно, она. А это может помочь у нас Лендегренс. Блин. Ни на кого она как бы не нападет близко. Близко. Вот. Где он? Вот он. Блин, вот из этого бы города сейчас. А Линда Грэнс сможет у нас помочь? Давай, Линда Грэнс, ты помоги.
Сможет ты помочь? Давай, сохраним день 2. Сохраним второй день. Так, сейчас мы... Ой, пивка для рывка. Обожаю пиво, ребята, в горле пересохло. Ну, я думаю, надо отложить тогда, да, полет Лёндегренса туда, к некромантам. Я думаю, потому что только у него есть вот этот... Хотя, кстати, он же может крылышки кому-нибудь дать. Вот, например, вот этому. У него сколько проход? 3320, а у Лёндегренса 4530. Пожалуй, такого больше и нету. Так что только он, наверное, сможет перелететь. На пределе просто. Так, Whitestone. Ну давай. Давай, ладно, так, сохранил я. Иди, Лёндегренс, Whitestone. Там есть охрана-то хоть? Нету. Давай, Whitestone. Надо просто этот город. Вот этот взять. Вот. Сможет. Блин, ну это, по-моему, только он сможет. Только у него такой пролет. Давай. Да, да. И осталось у него только свалить из этого города как раз. Свалит он куда? Я даже не знаю куда. А сейчас вот сюда у нас девка как раз и пофигарит. А чё она перчатки всадника-то, блин, не надела? Так, стой. Вернулся. Угу. Зараза, автосейв. А я, слава богу, недалеко ушел. Да. Угу. Зато мы знаем, что сейчас будем делать. Уже. Давай, 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 давай. Все, окей. И все, прекрасно. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо. Так, сохранить опять второй день. И делаем то, что должен был у нас делать. Я опять перчатки садника не надел. Ай, блин, ёпарный бабай. Ну ты усаться просто, простите за выражение, бляха. Ой, я сейчас обеписываюсь. Крынтец, блин. Ладно, давай. Ой. Ну просто крынтец. Да. Ой, держите меня, трое, блин. Короче, я сейчас, может быть, за сегодняшний день постараюсь там расчистить себе площадочку. Так. Ну, слава богу, надела, блин. Есть у нее нормальный проход. Так, ну что? Давай, чувак. Whitestone. Угу. Whitestone. Где он у нас? Whitestone. И захватываешь ты городок, из которого девка у нас сейчас будет стартовать, чтобы убить всех нафиг. Так, а что у нас здесь он? А он уже ничего не сделает, на самом деле, нигде. Так что ему даже ловить нечего. Да. Да, 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 да. Ну давай, сохраню я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да в любой город. Ладно, я свалю вот в этот опять город. Из которого должен... Господи, Гракаш, да? Да, из Гракаша. Вот пусть он в Гракаше сидит. А, тут, кстати, в лучшем чудище. Окей. Сейчас ему сюда... А! Сейчас ему в Гракаш еще принесут. Вот. Так, и девка. Сохранить. Бой. Вперед. Угу. И вот из Айтвола мы сейчас будем стартовать. Упс, 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 упс. Ну что, будем прыжки делать, нет? Или так хватит? Давай и попробуем. Вот так. Сохраним. Так. Убираем. Все вот это. Прыжок. Давай прыжок делаем.
Так, прыжок. Вот так вот к нему. Теперь убираем. Берем вот эту штуку. Я мог бы, но я думаю, я сейчас справлюсь пока с этим. Потом я хочу увеличить себе магию. Немножко повысить. С этим чуваком, я думаю, я справлюсь сейчас и так. Так, поехали. Хотите ли вы отступить? Нет. Слушай, зачем тогда можно это отключать? Нафиг. Итак, опять. Че он тут по... А, вот этот вот в кучке у нас сейчас, да? Не стал он разбивать. То есть не на две кучки, а на одна. Потому что она сократилась, охренеть, как у него кучка. Я думаю, он этим сильно недоволен. Раз. Отлично. И валим теперь. Отступаем. 4625 золотых. Да, отступаем. Опять. Блин, почему этих-то 42? Так, ну ладно. И еще раз. Ну вот, единственное, что... Ну сейчас, если у меня будет... Ага. Да, девка. Вот ей бы, на самом деле... Вот смотрите... если повысить сейчас не посещено, так, нет, ну что, сходить, повысить ей силу магии, вот у нее будет пиздец полный. Ну что, оставим сейчас пока в покое, чтобы потом побыстрее его раздавить. Давай попробуем повысить силу магии, давай Дженевал, надо было в Дженевале набрать твою ж дивизию. Женеваль надо было и нанять сразу. Ну что, еще раз? Нет, давай, не будем сейчас вот так вот просто тратить. А вообще надо было в начале дня это все сделать. А давай, правда, в начале дня, ребят, ну вы поняли, как я действую. Я хочу, чтобы побыстрее просто это все закончить. Ну-ка, давай. Стоп, загружу я. Извините за все. Не буду я сейчас даже этот город брать. Вот загружу я. Я и хочу, чтобы у нее Армагеддон был еще круче. Для этого и надо знание. Офигеть. Сколько, чтобы было у нее силы, точнее. Вот силу магии. Ей надо повысить силу магии. Очень здорово. А силу магии мы сейчас ей повысим. Вот в Дженевал слетаем. Да, вот в Дженевал в этот. Где у нас Дженевал-то, блин? Вот он. Ага. И где-то у нас не посещено. Поехали. Девка. Так, и оп. Так, силу магии. Отлично. Здесь не посещено. Так, полет. Полет. Опс. И силу магии. Так. Так, теперь перемещение, потому что вот сюда вот надо. Так, еще раз силу магии. Еще раз силу магии. Смотри, 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 смотри. И у нее сейчас, ребята, будет уху-ху, как повышаться. Дальше. Где у нас еще силу магии? Знания нам нафиг не нужно. У нас баллов знания хватит до задницы. Нам нужна сила магии. И вот эти вот тоже, как его, вот эти вот помещения, где сразу все на 2. А это у нас есть... сейчас. А, вот здесь-то она была. Нет. О, пока этот город наш. Давай, Вавилинг. Ой, кстати, надо отсюда войска вывести. Кого-нибудь туда заслать, Вавилинг. Чтобы он там оттуда войска зафигарил. Хотя они... А, нет, они денежки. Они денежек стоят. Ух ты, блин. Так, сохранить. Так... Так. И у нас... Ну-ка прыгнем. Прям вот сюда. Так. Сила магии. Ой. Сила магии. Бляха-муха. Ага. И не хватит у нас опять. Блин. Не туда. Так, с этого города надо было начать опять неправильно, ребята.
Опять неправильно начали. Бой? Нет, откуда я начал-то? Нет, 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 нет. Загрузить опять, зараза. Вот с этого города просто надо было начать. Так, хорошо, что я никем больше другим не ходил. Ну, поняли почему? Потому что там я могу остаться, зависнуть, да? Вот около своего города. А вот около этого я зависнуть не смогу. Потому что это сволочь. Просто он сейчас придет сюда. Хотя, если он придет, я же могу шарахнуть Армагеддоном и смыться. Но я не буду этого делать. Да ну нафиг. Пока месть. Я хочу увеличить силу магии. А вот Дженнивал достаточно сделать, чтобы она на следующий раз... Короче, чтобы был максимум у нее сейчас. Чтобы она у нас была просто красава. Вот здесь она может просто, я говорю, затормозить на самом деле. И не убегать ни от кого. До следующего дня просто подождать. Да, да. Да. Вот она может не дергаться даже. Потому что здесь ее никто не тронет. Так, ребята, это просто у меня разведывает. Вдруг что-то... Хотя можно и денег набрать параллельно. Вдруг тут что-то интересное. Ну вот здесь, например, двойная, да. Так, может и деньги набрать параллельно. Так, и разведывают просто там по площадку. Эти тоже как бы набирают. Ну, уже их... Вообще их можно будет послать. Сейчас я так и сделаю. Я их пошлю их просто... Так, ага. Так, а здесь у нас все... Нет, не набрано, блях-мух. Ты как так получилось-то? Блэк-рок. Почему ты? Блэк-рок-то не забрал этих черных-то сразу. Драконов. Так, из Блэк-рока. Угу. Так, просто ближе. Так, ну давай. А, денег, наверное, не было. Не помню. Так, Блэк-рок... Вот отсюда, ага, отсюда, по-моему, всех забрали. Да, отсюда все забрали. А со следующего города. Угу. А здесь кто у нас ходит? О, а здесь Исра у нас ходит. Пусть Исра. Пусть Исра. Так и ходит там. Так. Ты у нас. Да, тоже. Блин. Подожди. Ну и что я сделал? А, я его посадил в город и там остался. Что не надо делать на самом деле. Так. А, так ты у нас тогда стартуй отсюда. Точно. Давайте. Так, последний. Набирай. Набирай меня скорей. Угу. Так. А, ну ты просто набирал, чтобы увести. Так, ты застрял. А, ты у нас застрял, да, вот по какой причине. Здесь все, всех набрал. Ты идешь у нас в город. В наш. И, наверное, там заседаешь, хотя нет. Ну просто... Блин. А я хотел вот этих еще ему дать. Твою же. 43. Вообще 43 мало, конечно, их. 200... Нет, вот этих вот побольше будет. Ну, я имею в виду, вот, фанатики. И сейчас их там же больше намного наберется. Так, загнали. Ну, это однозначно продаем. Это все однозначно. Наги тоже их не так много. Этих магов тоже не так много. Так что всех однозначно продаем. И идем... Я не знаю куда. Ну давай. А, нет, вот это вот у нас. Да. Это... Да иди. Да иди в любой город, сядь. Вон, горок. Чтобы далеко не ходить, да? Сядь в горок. Сиди пока в гороке. Где-то у нас с этими чуваками. Нет. Иди ты тогда не в горок. А вот какой-нибудь из этих городков, ну, например, White Mount, да, точно. Иди в White Mount и сиди в White Mount и не мешай. Все. White Mount.
Все, сел в White Mount'е. Ты ходы у нас свои сделал, чувак. Спасибо тебе. Девка у нас теперь. Угу. Так, вот этих, я так понял, мы не нанимаем, да? Но мы их продадим. Так. А сейчас фанатики набрали. Набрали. А что-то как мол фанатиков-то? Набрали. Тоже набрали. Блин, что, везде фанатиков набрали? Ай-яй-яй-яй-яй. А, о господи, вон их сколько сидит. Ни хрена себе. В последнем городке это какой? Блустоун. Ой, Блустоуне нифига толпа какая их там. Так. Да, блин, вот я забыл. Кстати, ребята, я вообще нафиг забыл вот про эту хрень. Про смотр государства. Ну, просто напрочь у меня прям из башки вылетело. Вообще, блин. Так. Угу. Вот видите, тут можно просматривать. Вот это что в городе сидит кто. Это кого можно нанять. Это прибавляться что будет. То есть сколько денег, да, здесь сколько у тебя в день получает государство. Сколько у тебя шахт там, да. То есть, ну такая хорошая вещь. Вот. А, нет, это сколько у героя, это сколько в городе находится. Ну, который в первой строке, это в нижней строке города. Вот, в Блустоун. Короче, девка. Давай, Блустоун. И тоже в Холокорн, да? А потом, кто у нас, кстати, принесет Блустоун? Где Блустоун? А, вот. Так. Угу. И в Холокорн. Да? Холокорн. И так, ну ладно, загоним. Хотя жалко, да ладно, они не нужны уже будут. Так, и ты, где он у нас? Ай, блин, он сидит. Ладно, давай зайди. Угу. Так. Отлично. Вот такие у тебя тут. Такая у тебя тут армия. Как он? Гракаш, да? Иди, ну, иди тогда в Гракаш, отнеси ему. А что ты сможешь отнести? А, в принципе, все. Да. Иди в Гракаш. В город. В Гракаш. Слушай. Ну, она ему все отдала. Смотри, так. Так. У него охренеть сейчас армия будет. Просто, блин. Мне нравится. Вах. Красавец. Красавец, 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 красавец. И ты у нас Аин. Аин. Какое красивое имя. Иди-ка ты. Ой. Иди-ка ты. Иди-ка ты. Вот в какой-нибудь. Вон Сомерсет. И оставайся в Сомерсете до следующей недели. Так, следующий. Некромант. А, он у нас. Я вот единственное, что они, конечно, не нужны. Кристальные драконы. Я ими не буду пользоваться. Но они дают кристаллы, блин. Зараза. Они как бы приносят кристаллы. И это очень даже хорошо. Так. Давай. Ну чё, Драгон Кейв. И в Драгон Кейве придется посидеть. До следующего дня. А чё сидеть-то, блин, кстати? Сейчас кто-нибудь придет просто в Драгон Кейв. Нет, улучшить этих я хочу. Драгон Кейв. Так, не забыть. Короче, кто-то у нас сейчас... А чё, у нас там дохрена еще ребят, которых... Проход... Ой. Да что ты. Кстати, ну давай сейчас кого-нибудь в Драгон Кейв. Так, зашлем. Итак, у нас осталось. Да, иди в Драгон Кейв. Вот и иди в Драгон Кейв. Да. Да. И забираю из Драгон Кейва как раз вот это. Вот это все. Ай, я забыл, блин, еще он там, блин. Не только в Драгон Кейв. Вот здесь вот. Этих вот двух красненьких драконов, да? В Редрок. Ну-ка иди в Редрок. Редрок. Давай в Редрок.
Так, и... А что есть тут? Даже ничего не забыл. Нет, ух ты, опыт даже. Так, ага. Да, во. Ага. Так, и... Так, потому что будет быстрее. В Red Rock. Угу. Улучши черных. Ну, до черных, точнее, красных мы улучшаем. И сейчас нам надо золотых улучшить одного. Ну, конечно, дурдом одного, но... Ладно, у него есть тем более проход. На всякий случай мы посмотрим, в каких городах у нас вообще кто еще сидит. О! А, нет, это я решил пока не пользовать, да? Ну, короче, вот он, да, сидит. 10, о, 10 дьяволов. Вон они там. Личи, личи. А, вот еще чего, блин. Вавелинг дьяволов забрать. Мать вашу, Вавелинг дьяволов забрать надо. Ну ладно, давай сейчас он сходит куда-нибудь там улучшит. Ну потом есть еще кто-нибудь другой заберет этих дьяволов. Так, давай. Ладно, давай в любой город зеленых драконов улучшить до золотых. Да? Ага, чтоб он у нас... Правильно? Правильно. Теперь, да, в гора... В этому... Ой, господи. Горакаш. Отдать все вот это вот нужное. Так, ну, загнать, во-первых, ненужное. А, стоп. 17. А что? А, вот эти вот ненужные, да? Ну и вот эти. Остальное все нужное. Так. Так, и так. И оставь себе дьяволов. Угу. А иди как раз забирай дьяволов. Так, сохранить. Я просто не знаю, хватит тебе прохода или нет. Как его... Господи, какой из них? А, ну да. Давай сейчас увидим, какой. Угу. Два их всего. Нет, не Вилмес, Эвелинг. Вот, Эвелинг. Из Эвелинга все нафиг забираем. Одна сила магии, кстати. А девка-то была тут? Сила магии-то. По-моему, не, по-моему, она во всех городах, да, попрыгала. Ну чё, Вилмес. А во Вилмесе? Нет, нет никого. Тогда иди ты в наш вот этот Хлакорн. И там загоняй всех, короче, за баблосики. И можешь дальше не вылазить. Короче, все. Все я нанял, все я сделал. Все у нас, по-моему, все вообще у нас произошло. И у нас теперь... Ага, стоп. Ну да. Этот нас выходит на войну. Чувак. Блин, а, у него есть перчатки. Так что можно не рыпаться. И он у нас, вот смотри. Я не хочу вот это делать. Я хочу другими артефактами сейчас воевать. А, вот этот, конечно, волшебный артефакт. И вот этот. Ах ты, блях, мух, перчатки. Ну ладно, сейчас в бой. Блин, еще бы прикольно было ему отдать. Черт, как там его? Какой у девки-то там забыл артефакт? А вот этот вот, да, лук снайпера. А что она он сделает-то? Ай, блин. Не отдаст она ему лук снайпера. Блин. Почему так хреново? Он... пролетит. А вот если сейчас... А давай попробуем у нее лук снайпера забрать. Да? Давай. Давай попробуем. Получится у нас... Ну, я имею в виду, хватит у нас проходов. Получится-то получится. Так вот, хватит ли прохода у нас на лук снайпера? Так, забираю вот у нее лук снайпера. А, кстати, а если... А у него же есть еще вторая, да, сфера. Ну-ка. А если две сферы еще положить? Смотри. Ну-ка, стой. Вот так убрать. Ну-ка, стоп.
Да нет, конечно, такой хрени не произойдет. Но Кармагеддон 5280. А, вот видите уже какой урон. Уже 5280. Это она прошлась, да, немножко набрала. Ну-ка. Нет, так осталось. Не действует два артефакта, блин, обидно. Да. А, кстати, и пусть он у нее... Ага. А у нее один? Да, у нее два. Вот, пусть у него там тоже повышает. Вот он хорошо вооружился. И теперь сохранить. Вот хватит у него теперь полета-то. Ну-ка, Гаракаш. Хватит из Гаракаша пролететь? Да, yes, хватит. Ну вот, в принципе, что и надо было. Больше ничего не надо, по большому счету. Все. Все. Ух ты, ни хрена у него сколько хватило-то. Да и мне насрать. Нам не нужна палатка ключника. Так, сохранить. Так, все. Чувак, пошел бить некромантов. А девка у нас сейчас будет заниматься тем, чем она должна заниматься. Ага. Умень. И снова один из павших правителей наконец принял тебя, как своего повелителя, пожалуй, присоединиться по ходу. Что ж ты не становишься моложе? У некоторых из них определенно есть хорошее... Ой, пивко. А, навыки сражений, магические умения. Почему же тебе должно беспокоить их прошлое? Так, ну чё. На сегодня, я думаю, мы все закончим путешествие и продолжим мы наш Армагеддон завтра. Я надеюсь, все у нас получится. Армагеддон у нас супер мощный, вот 7380. Так что, надеюсь, все будет нормально и наша авантюра получится. Ну, и убедительная просьба. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Очень важно это для продвижения, развития канала. Заранее вам благодарен за это и жду вас. Приглашаю вас, ребята, на сайт heroesportal.net. Заходите, общайтесь. Узнавайте много-много информации о наших любимых героях меча и магии. Участвуйте в турнирах, там очень интересных огромное количество. А также, ну... В форме, естественно, и скачивайте огромное просто количество карт. И вот эта, кстати, самая карта тоже с того самого сайта. Ну ладно, до новых встреч. Пока-пока.